Девочки, всем привет! Вы на канале Вета ТВ, и сегодня мы будем с вами делать распаковку. Я заказала себе посылку с Beauty Bay, как-то ее очень долго ждала, и вчера она ко мне пришла. Вот сил порадоваться у меня еще хватило, а распаковать как-то нет. Посмотрела я всего-навсего одну палетку, и как-то вот все. А сегодня давайте с вами тогда посмотрим. Посылка у меня, она вскрытая, и буду показывать, что я там купила. Посмотрим, и как это все вот выглядит. Первая палетка, это палетка от Nabla, Secret Palette. Эту палетку я ждала, я ее хотела. У меня уже есть, честно говоря, три палетки от Nabla. Обзоров на нее просто уже полным-полно. Но у меня уже второй бзик пошел, я уже их собираю. То есть реально я очень хотела, и когда она как-то какое-то время она пропала в Украине, именно вот Secret Palette, ее вот купить как-то нереально было. Когда она только вот появилась потом на Beauty Bay, я ее, конечно же, сразу купила. Рада страшно. О, посмотрите, как она вот выглядит. Все в стиле Nabla, все аккуратненько, все стильненько, все красиво, просто приятно взять в руки, приятно. Вот не знаю, мне все нравится в Nabla, честно. Я люблю их тени, и не знаю, буду ли я покупать всю коллекцию, может, я все-таки остановлюсь, я не уверена. Ну вот эту палетку я, конечно, ждала, хотела очень страшно. Очень, девочки, удобно, что здесь вот все открывается, да, мы можем его вот так вот положить, и не прекрасно красится. Ну и зеркальце здесь тоже очень довольно-таки неплохое. А хотела я эту палетку вот именно из-за вот этого вот синего оттенка и какой-то мне еще понравился по свотчам. Вот это девочки хорошо так рассказывали о нем. Не знаю, посмотрим, как они выглядят. Как всегда, вот в стиле Nabla, да, здесь разные финиши. Ну, в общем, люблю я Nabla. Что здесь рассказывать? Я люблю. Кстати, синий что-то здесь не очень хороший. Как-то вообще он не очень хороший. Ну, попробуем его в работе. Уже, конечно, руки чешутся, чтобы все-таки не накраситься, как она будет выглядеть, подойдет она мне или может не подойдет. Не, она мне подойдет, это 100%. Просто я так ее ждала, все-таки она должна мне подойти, да? Если хотите, могу сделать и сводчи хотя бы этих оттенков, которые я набрала. Но все равно, девочки, ждите обзора, он будет. Да еще, если она мне понравится, будет тогда 100%. Так, ну вообще честно, очень я ее ждала. Так, давайте тогда посмотрим на вторую. Вторую я купила уже после обзора. Очень хорошие на нее, просто нереально хорошие были отзывы об этой палетке. И я просто тоже, ну, так не захотелось ее купить. Та-дам! Это Book of Magic от BH Cosmetics. Ее тоже я очень хотела. И вот после того, как я заказала, наверное, через 3 дня я еще раз зашла на сайт, ее там уже не было. Я думаю, блин, какая я счастливая, что я ее успела заказать. Ну, знаете, вот когда оно что-то захочется, это все, ты не спишь, ты не ешь, ты просто думаешь о ней, как столько мыслей, все о нем и о нем, да, у меня о ней, да, очень я ее хотела, и с виду она красивая, и внутри она красивая, по крайней мере, по обзорам. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Да, очень я хотела. И думаю, какая я счастливая, да, вот, что я ее заказала. А потом она не идет и не идет, эта посылка.
Я знаю, что вот да, если на новую почту, вот через новую почту идет, они присылают смс. Ну, я думаю, ну, мало чего, может, не забыли там, или как-то вот лежит она, да, ждет меня, ждет свою хозяйку, а хозяйка вот не приходит, и все, вот как-то да. А здесь еще Book of Magic, ну это, ну представьте, это, ну как, она должна была у меня быть, конечно, конечно. И когда она вот наконец-то ко мне пришла, я ее вот и открыла. Вот что-то мне очень хотелось. Если в Набле я была уверена, что она будет, ну, вот, хорошего качества, в тени от BH косметик у меня вообще нет. И поэтому я немножко, конечно, переживала. То, что подходит другим девочкам, возможно, не подойдет мне. И поэтому какие-то вот переживания у меня были. И, конечно, пока ты ее не попробуешь, вот какая она в работе, да, сработаетесь вы с ней или нет. Это как коллега твоя, то есть ты приходишь, да, с какими-то эмоциями, и вот подойдет она тебе или нет. Но работать все-таки, ну, конечно, работать все-таки нужно, потому что, ну, что сделаешь. Вот я не знаю, я люблю очень фиолетовые оттенки, поэтому, конечно, когда я увидела, что здесь есть вот фиолетовые, наверное, плохо видно девочке, я потом тоже сделаю на нее обзор. Я когда ее вот сегодня увидела, ну здесь и тебе фиолетовые, и тебе синенькое, и разные финиши. И сейчас пробую, они мягкие, они вот хорошие, такие приятные. И вообще это фиолетовое оформление. Ну, мне нравится все вообще. Останется только вот с ней поработать. Дальше уже сформировать какое-то свое мнение. Как-то вообще плохо видно, конечно, что она ничего не передает. О, да, так вот хорошо видно. Угу. Как-то уже получше. Ну, я думаю все-таки, что палетка будет неплохая. Ну, вы, наверное, думаете, что я больше ничего не заказала, да? Нет, девочки, вы ошиблись. Вы очень ошиблись. Как же, как в такое сложное время заказывать только две палетки? Да, это же некрасиво, это некультурно, девочки. Почему так? Да потому что мы живем в сложное время. Фактически, когда мы себе что-то заказываем, мы что себе покупаем? Мы покупаем себе эмоции, мы покупаем себе хоть какой-то позитив, хоть какой-то вот настрой. А то как-то мы живем, да, в этих масках, вот, постоянно какие-то убитые, что-то мы все бежим, куда бежим. Да, но я хоть понятно, я вчера за посылкой бежала, поэтому это все понятно. А кто куда вообще? Ну, так, я еще заказала, девочки, это вообще, да, тупизм, это вообще, он прослеживается, он прослеживается. Вот я смотрю, что-то мне, знаете, вот казалось, что после 20 лет тупизм, он уходит. Нет, нет, он остается после 30 с вами. Потому что обзоров на эти кисти я как-то не видела. Поэтому хороши ли они, я не знаю. Зачем заказывать? Зачем? Ну, сейчас вы поймете, почему я заказала. Особенно люди, которые вот любят фиолетовый цвет, они меня поймут. Вот, потому что кисти эти, если они такие, как я заказывала, да? Опа, чехол. Неожиданно. Вообще неожиданно. Эти кисти, они фиолетового цвета. Конечно. Вот, я когда их увидела, что-то мне так захотелось попробовать. Не знаю. Девочки, я когда попользуюсь, я сделаю обязательно обзор, нужно ли вообще к ним присматриваться и уделять свое время и тратить свои деньги. Уж я потратила, поэтому вам потом расскажу, стоят ли они вашего внимания. И еще я купила себе Moi Makeup Academy. Это вообще случайный выбор.
Кстати, ничего не подтекло, все нормально, все упаковано, все красиво. Это у меня, ой, спрей шиммером. Да. Я поначалу думала, что он мне не нужен. Но потом я не знаю, вот как он оказался в моей корзине, я не знаю. Это вот, да, вот эти две палетки. Как это все оказалось в моей корзине? Вот такое сложное время. Вот я, честно, не знаю. Но захотелось мне что-то такое попробовать. Честно, я думала, что как-то вот придет он раньше, и я успею, ну, хоть на какой-то вот праздник новогодний все-таки немножко поблестеть, да, что там уж. Можно и не немножко. Ну, все-таки Новый год, да. Я понимаю, что елка должна быть одна, но, девочки, нам ли быть в печали, да, нам ли быть в печали? Пока можем, надо блестеть. Или хотя бы пытаться это делать. Ну, кстати, я еще не знаю, я тоже обзоров не смотрела. Как-то их, не знаю, нет. Но по виду, извините, что так долго. По виду это просто себе такая вода. Здесь есть перламутр, какие-то блесточки. Ну, все красиво, да, шиммер спрей. Ого. Это вот, знаете, он мне напомнил, как такие вот баночки есть, да, и вот это там Дед Мороз или елочка, ты вот так переворачиваешь, там снежок, а здесь перламутр. Ну, это красиво выглядит. Я не знаю, вот если даже этот продукт будет нерабочий, тогда можно вот так вот себя успокаивать, да, красиво, очень красиво. Такой себе шиммер. Давайте я попробую себе хотя бы на руку брызнуть. Что оно там даст, интересно, и даст ли вообще хоть что-то. Пахнет каким-то цитрусом. Блесточки. Блесточки разного цвета. И розовенькие. И, ну, что-то красиво. Я не знаю, как это будет на лице. Но пока что вот на руке это красиво. Это аккуратно. Нет такого. Хорошие девочки, кстати, хороший распылитель. Потому что, знаете, вот в Essence тоже такой есть с шиммером. Так он плюется. Вы знаете, вот так вы не ожидаете, да, так думаете, что это спрей. Вот вы все так сидите, такая вся красивая, и так думаете, сейчас как, да, там девочки вот так брызгают, это все вот распыляется, такая мягкая дымка, это все вот вам в лицо, и вы такая себе вот такая вот женщина красивая, такая женщина с блестками, женщина с загадкой. Но когда ты вот спреем от Essence, это просто, это верблюд, это плевок. Это плевок, реальный плевок вам в лицо. Ты сидишь, ты ничего еще не сделала, а себе вот на тебе, да? То есть, девочки, да. А здесь совсем другая история. Спрей липковат. Вот я ощущаю липкость. Она есть. Она есть. И вот я не знаю, она пропадет или не пропадет. Но пока что она со мной, да. Вот я думаю, даже, знаете, удобно вот смахивать стола. То есть ты так раз, и все, вот, все у тебя на руке. Нет, девочки, пропадает. По чуть-чуть пропадает. Да, липкость, она пропадает. И, кстати, а вот блесточки, они остаются. И вот если потереть рука об руку, на вторую руку у меня эти блесточки не перешли. То есть, возможно, они у вас останутся. Но это надо, конечно, протестировать, посмотреть, как он вообще поведет себя в носке. Поэтому не знаю. Девочки, нужно ждать обзора. Я потестирую и все вам расскажу. Неплохо. Пока что на руке неплохо. Да, липкость пропала. Липкость полностью пропала. Честно говоря, я вот всякую липкость на лице я не люблю. Меня не напрягает, например, вот липкие брезки. Вот липкие брезки я люблю с такой липкостью, да. Это для меня нормально. А
Вот все остальное, когда вот тон, да, он так липнет, это я не люблю. Тени, вот что-то ощущается у тебя постоянно на глазах. Это тоже вот, ну, это напряг. Вот. Поэтому будем все тестировать. Ждите обзора. И будем тогда решать, нужно ли покупать это вам или не нужно. А что же я хочу пожелать вам, девочки? Так как нам не хватает эмоций, желаю вам побольше позитива. Если позитив не приходит в вашу жизнь, значит, идите сами за ним. Идите за позитивом. Ищите его. Ищите, девочки, позитив в своей жизни. Вот сдаваться никогда нельзя. Хорошего его много. Знаете, сколько еще хорошего вас ждет в этой жизни? Просто к нему надо идти. Вот и все. Вот широко открываем, широко, прям так широко открываем свои глаза, смотрим в оба, ищем позитив, ищем хороший настрой и позитивные эмоции. И все в вашу жизнь придет, и все наладится. Я в это верю. И вы верьте, девочки. Если мы все в это поверим, оно придет. У меня все. Всем пока.